Здравствуйте! Тема материального благополучия всегда интересовала людей. Но согласитесь, что далеко не все хотят разбирать в тонкостях мира финансов. Но это естественно. Например, не все мы умеем стричь волосы. Да это и не нужно, потому что существуют услуги парикмахера. А по вопросам медицины мы обращаемся к медработникам. Ну, а если у человека возникают проблемы, вопросы или цели в отношении финансов, тогда он может обратиться к финансовому консультанту. Некоторые люди предпочитают единоразовую консультацию. Но, как показывает практика, что гораздо лучше иметь на постоянной основе личного финансового консультанта. И здесь как раз фишка компании VB в том, что сотрудники этой компании предоставляют консультации бесплатно. Это очень приятно. Но к тому же такое длительное сотрудничество для клиента несет ряд других преимуществ. Например, он экономит свое время, потому что вопросами, которые его волнуют, занимается специалист. К тому же у клиента могут измениться потребности, проявляется индивидуальный подход, комплекс услуг. Например, сегодня человек интересует только оформление зеленой карты. Через некоторое время он решил открыть депозит. Потом его интересует ипотека, медицинское страхование и так далее. К тому же одним из преимуществ является то, что клиент может быть уведомлен о том, что новенького появилось на рынке. Или же, если у него вдруг возникает вопрос, он знает, кому к нему нужно обратиться. Не надо срочно что-то искать в Гугле, спрашивать у друзей, где найти такого специалиста. То есть идет постоянное из года в год сотрудничество, сопровождение. Ну и к тому же для клиента одинаково. То ли он пойдет в страховую компанию, оформит зеленую карту, то ли ему это сделает специалист, в итоге сумма будет равной. Но если он сотрудничает со своим личным финансовым консультантом, он приобретает ряд преимуществ, о которых мы только что говорили. Если вас интересует вопрос финансовой консультации, то в описании к этому видеоролику указаны контакты, Telegram, Viber, по которым мы сможем с вами связаться, если вы проживаете в Украине. Пишите, пожалуйста, и у вас будет возможность пройти полный финансовый анализ, благодаря которому вы сможете выявить свои потребности, а также увидеть возможности повышения источников дохода. Спасибо за просмотр. До новых встреч на YouTube.